Хорошо, давайте тогда поиграем в Jeopardy. Так. Ну что, выбираем. Начнем с тех, кто закончил. Закончили Аманда и Андрей. Давайте, выбирайте. Как хочешь, а, может Аманда. быть, просто? Ну, давайте, просто так просто. Хитрые какие, а? Когда он а, поет, я играет собака? Летом? Летом, да. Летом. Сейчас проверим, я не знаю, не знаю. У меня память не очень хорошо работает. Летом, молодцы. Хорошо, получили свои $100. Пожалуйста, дальше. Мы, да? Хорошо. Да, да вы. Четыре вопроса, или мы перейдем к другой команде, или через четыре вопроса, или если вы неправильно ответите. Пожалуйста, что вы хотите? Хорошо, давайте сложно за 300. Сложно за 300, давайте. Я думаю, что он поступил в Ленинград университет в 70-х годах. Сейчас узнаем, да, правильно или нет. Прямо, да. Ха! Правильно! Да. Молодцы! Хорошо, займемся Лореном и Крис. Так, пожалуйста, выбирайте. Просто, пожалуйста. Просто, хорошо. Так. Зимой. Зимой, хорошо, молодцы. Так, выбирайте. Выбирайте, Лорен. Не очень просто, пожалуйста. Не очень просто, ну давайте не очень просто. В октябре. Да? Наверное, правильно. Так, хорошо, молодцы. Не очень просто. Ну, давайте не очень просто, пожалуйста. Вы отстаете только на 50 очков пока. Всегда в одном и том же месяце, я вам подсказываю. Всегда в одном и том же месяце. Он уже три раза, у него было три инаугурации, да? Не знаю. Аманда? Нет, не помню. Так, они очередь потеряли. Крис и Лорен. Я бы сказал, февраль. Майя. Ты хочешь угадать? Или... А, мы можем угадать? Это было в мае. Аккуратнее, да? В мае. Ну что, будем голосовать? Кто за февраль? Поднимите, пожалуйста, руку. Я бы сказал, феврале. Так, только Андрей февраль. Лорен, воздерживаться нельзя. You cannot abstain. Пожалуйста, кто за май? Поднимите руку. О. Так, за какой вы месяц? За февраль или за май? Май. Май. Андрей проиграл. Смотрим на ответ. Nobody's gonna get any score for this, but we should know the answer. В мае. Хорошо. Так, смотрим дальше. Ну что, у нас выиграли Андрей и Аманда, но совсем чуть-чуть. Да? Совсем чуть-чуть, потому что кое-кто решил за 400 сразу, да?